Друзья, коллеги, партнеры, всем привет, на связи. Сегодня особый привет всем моим друзьям и сочувствующим парашютистам. Наконец-то пришел сотничек от Skylight. Сейчас мы его распакуем. Радует одно, да даже не одно, а много радует, то, что он упакован как устройство Apple. Белая коробка. Вот такой вот он маленький, уютненький, из алюминия, чувствуются качественные материалы. Почта России доставляет мне 4.5, он мне шел. Зарядочка вот такая, как у устройств Apple, опять же. В комплекте смотрим, что у нас в комплекте. Мешок для крепления на руку. Все, у кого есть такие высотники Orion от Skylight, говорят, что заказывают резиновый манжет на предплечье. Также в комплекте у нас идет провод с магнитным Lightning зарядом. Инструкция. Все просто капец. Как будто вы всю жизнь общались с этим высотником. Все элементарно, просто доходчиво. Даже методом тыка, я думаю, каждый сможет овладеть им. Ну и какие-то наклеечки. Так, полоска на вот сюда, на боковую сторону чехла, чтобы проверять работоспособность своей камеры GoPro, у которой лампочка моргает. Так, здесь предостережение парашютным спортом, что это высокорисковое. И наклеечка Skylight. Так, друзья, всем безопасных прыжков, качественных, четких, надежных измерений высоты и скорости падения, раскрытий и безопасных. С вами был AlexPro. Всем успехов и побед. Пока. Собственно говоря, вот так вот он выглядит на запястье руки. Давайте попробуем включить его. Я уже вставил его в чехол. Ну, в принципе, довольно 3 секунд. Он включается. Он включился. Все интуитивно, понятно. Включим режим подсветочки. В инструкцию, честно, даже не залезал. Подсветка есть, то есть, соответственно, можно осуществлять и ночные прыжки, а это переворот экрана, сорян. Подсветка. Подсветка работает. Ночные прыжки вообще не вопрос. На минерсе очень хорошо. Контролирует скорость отделения, скорость свободного падения, минимальное, среднее, максимальное значение, скорость пилотирования под куполом, также встроенный пищал. Вставлять как в шлем, так и использует просто как пищалку и высотничек. Звук довольно-таки громкий. Давай послушаем, как. Довольно-таки громко. Вот так вот рекомендую.